Всем привет! Сегодня утро 30 января 2021 года. Собрались на рыбалку, вот только рассвет. Камера еле снимает. Вот стою, жду, когда за мной приедет машина. Договаривались в 8 приезжать. Сейчас пораньше решили. Время 7:30. Полнолуние сегодня было. А камера не фокусирует. Вот так вот. Вот ночью почти так же светло было, как сейчас. Соседи еще Новый год до сих пор празднуют. И вот там где-то солнышко встает. Приехали на озеро. Сейчас будем ловить карася. Ломки пробурил. Закормить надо их еще. Только расположился. Палатку поставил. Так, треногу буду снимать. Он уже так он сидит. Так, сделаем стартовый закорм для начала. Волшебный прикормочный шар сейчас туда заправим. Да. А, я стартовый закорм произвожу. А, я думал, ты сам с собой. Ну, бывает у меня иногда, я сам с собой говорю. Почему бы с хорошим человеком не поговорить? Как? Вольфрамову оторвал, а это нифига не тонет, блин. Долго, и дна кого-то, блин, ловил. Еще кивок-то этот жесткий у меня. Кто он, блин? Ну, и плохо, да, в него видно. Капроновый этот, с полторашки, блин, кивок-то. Надо еще. У меня есть вольфрамова, но она маленькая совсем. Я гальянов на нее ловил. Это я руки мою, обедать сел. А рыбы здесь нет. Практически нет.
руки помыл, запачкались. А в палатке вот хорошо, Саша. Я понимаю, что ты там насрал. В палатке, да с этой, с горелочкой еще так. Да на солнышке, да летом. Ну, на солнышке, да летом. После того, как проковырял, так оно нет. Нихуя ничего не сказал. Рядом. Подмешал говна в кашу, да? Ебаный в рот! Да когда ж ты клевать будешь? Подтягивает, наверное, сидит. А, вон он, я его вижу. Все, клюет. Страшно сижу. Не спросите его. А он тебе не сможет ответить даже. Да. Кого?
Время нет, еще не смотрел. Вроде около 12 что-то. Сейчас посмотрю. Где-то мне еще смс-ка приходила. Брякала. Может на Тобол? Или на Половинское заедем, там половим хотя бы. И вот так вот целый день. А? Ну пока еще поем, сейчас чайку попью. Пока сало есть, мне не надоест. Сало кончится, домой поедем. Так, ну все, надо завязывать с этим делом.